Ну вот и следующее. Так, у нас джи. Аль зажимаем. Здесь. Это. Тут вот. И теперь shift. Так. Давайте тоже сделаем ему. Потолще вот здесь в конце. Чуть-чуть. И теперь займемся майкой. Вот, майка у нас тоже без проблем. Так. Единственное, что нам придется сказать solid play, чтобы появились. Выделим, выделим. Еще раз выделим. Так, теперь. Ну а дальше все просто, ребят. Переходим в этот режим. Берем Modifier Subdivision 2. И говорим, что это Smooth. При 40, при не 30%, вот так. То же самое здесь. Мы говорим, будет Subdivision 2 и Smooth. Ну и в самой, конечно, не забыть про саму карту. Говорим Subdivision 2 и Smooth. Вот такая девчонка у нас получилась. Корпус, да? Пусть такая будет. Тут надо немножко обозначить, лучше все-таки женщинам. Давайте пойдемте в скульптинг. Немножко обозначим, так это толстушка у нас. Все готово. Скульптинг иногда помогает хорошо, быстро раз и сделали. Так, вот с ногами мы забыли, конечно, это не очень хорошо идет мод с ногами. Пойдемте еще раз скульптинг попробуем там выровнять. Показать, да? Давайте так сделаем. Возьмем. Меж. Торус. Извиняюсь, но ничего сделать не могу.
Так. Ставим это дело. А что, у нас исчезло, да? Это жалко. Еще раз. Берем торус. Отодвигаем его сначала G. Так. X вот сюда отодвинем, чтобы видно было, что мы делаем дальше. Мешаем здесь. Еще тут уменьшаем. Смотрим. Чуть-чуть тут еще. Вот такая блямбочка, самое то. Так. Хорошо. Дальше мы переворачиваем. Так, это будет... стоп. Это будет R, ось X и 90. Вот так. Ну и теперь тянем сюда. По X сначала. Ой, это что такое? G по X. Так. Выводим наружу Y. Ставим на место, смотрим где. Поднимаю вверх. И делаем mirror. Хорошо. Соглашаемся. Play. Но здесь два узелка надо. По идее. Такой типа узелок. Выдвигаем дверик сюда. Такая пускай будет. И тоже надо
Мир сделать. Ну и далее ставим голову и красим. Так. Итак, красим. Сначала мы возьмем такой вот интересный цвет. Вот этот. Посмотрим сейчас сюда. Так более похож. Так, отлично. И то же самое сделаем с очками. Кстати, это с этим надо соединить. Ctrl J есть. Красим этим цветом. Готово. Кстати, и эти тоже. Так. Маечку оставим белой. Теперь надо с кожей разобраться. Она такая желтоватая. Желтоватая она такая. Но более светлая. Это вот такая загорелая мадам. Окей. Теперь выбираем вот это. И тоже говорим вот этот цвет. Есть. Так, белый остается белым. Еще нам понадобится черный. Совсем черный. Он даже не черный, скорее всего, коричневый. Ну-ка. Вот такой темно-коричневый будет более подходящий. Ну и здесь мы еще с вами нужен еще серый для металла. Сначала выберем вот это. Это, скажем, Ctrl J. И вот так сразу же она заиграла. И выберем вот эти два, применим к ним серенький цвет. Вот так. Рунис уберем, чтобы оно блестящее было.
Здесь тоже волос немножко рубец. Тянем вниз. По цвету были. А вот здесь. А, у нас одинаковый цвет, да? Поэтому будет блестеть и там, и там. Ну ладно, мы сюда применим, если что. Хотя нет. Новый цвет. Тот же самый. Этот уберем. На елке. Так, ладно, это будет роза 2. Хорошо. Так, а этот мы сейчас проверим. И возьмем вот эти вот значения. Копируем. Идем материал роза 2. И копируем его вот сюда. Так. Не совсем я понял. Нет. Это у нас должно быть просто вот этот материал. Да. Они должны отличаться. Мы это убираем. Глянец. Он и так будет белый. Готово, да? Но еще не все. Дело в том, что нам придется это и это все соединить в одно. Джой. Вот так. А это так пускай все остается. И вот это мы немножечко с вами уменьшим чуть-чуть. Вот так и опустим вниз через это. Теперь у нас точно получилась эта подружка, как и должно было быть. Великолепно. Смотрим по времени. 20 минут. У нас полностью готовы к риггингу. Риггинг будем делать в следующем видео.